Эбола больше не является угрозой мирового масштаба. Во вторник Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лихорадки в августе 2014 года. Я объявляю, что вспышка Эболы в Западной Африке больше не является угрозой мирового масштаба. Тем не менее, необходимо продолжать сохранять высокую бдительность и готовность быстро реагировать, чтобы страны были в состоянии предотвращать заражение Эболой, быстро выявлять вспышки в будущем и своевременно реагировать на них. Глава ВОЗ сделала свое заявление в Женеве после встречи с независимыми экспертами. Она также призвала все страны снять любые ограничения, введенные из-за Эболы, в отношении Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне. Комитет по чрезвычайному реагированию рекомендовал странам немедленно снять все запреты на поездки и торговлю, и я принимаю его рекомендации. К настоящему времени все изначальные цепочки передачи вируса были сведены на нет. Однако наблюдается повторное появление вируса. В частности, в Гвинее. Там Эболу снова выявили у 8 человек, при этом 7 из них скончались. Из-за этого неделю назад Либерия закрыла свою границу с Гвинеей. Однако в ВОЗ говорят, что эта вспышка не является угрозой мирового масштаба и вполне контролируема. То, что происходит сейчас в Гвинее, это новая группа, небольшая вспышка, связанная с повторным появлением болезни у переболевших. Так что это другой случай, и это текущие риски, которые нужно взять под контроль, в то время как вспышку полностью сводят на нет. Эпидемия Эболы началась в конце 2013 года и унесла жизни около 11 300 человек. Она стала крупнейшей с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в 70-х годах прошлого века.